Йоу! Всем привет, братишки мои, сестренки мои, все остальные на видео заходящие. С тобой, как всегда, я отец Шиморо, и добро пожаловать в убийцу PUBG, который, наконец, релизнулся. Игра называется Bloodhunt Vampire Masquerade. Значит так, мы с тобой снимали эту игру, которая на недолгое время заходила в Steam на ранний доступ. Потом игру из Steam убирали и, соответственно, дорабатывали ее до релиза. И так вот, этот релиз настал буквально вчера. И сегодня мы с тобой посмотрим, как же изменилась игра. Игра была очень качественная, но она боролась там с читерами, еще с какими-то проблемами, да. В общем, у игры были проблемы, поэтому игру решили убрать из раннего доступа разработчики и допилить нам до полного финального охеренного состояния. Поэтому давай мы с тобой посмотрим, что у нас и как будет происходить на каточке, значит. Что у нас, как вообще здесь происходит. Игруха выглядит очень великолепно. Есть несколько классов, значит, вампиров, да, за которых мы играем. И это единственная игра, в которой нужно сосать, чтобы побеждать. Да, то есть обычно ты сосешь где-то и проигрываешь, да, здесь нужно соснуть, чтобы победить. И это вот такой вот вид геймплея и вариация. Поэтому не забывай поставить лайк, значит, давненько у нас не было подобных игр на канале. Давай посмотрим, каким архетипом мы с тобой отыграем. Вандал, архетип, громила, диверсант, проныра, искуситель, миротворец. И новинка, миротворец. Недолго укрепляет вашу кожу, даря неуязвимость, пока вы не атакуете. Покоряющее присутствие, скорость перемещения ближайших врагов уменьшается. Также вентру узнают, когда враг оказывается в зоне действия их харизмы. Какой харизмы? Безудержный натиск, сделать рывок вперед, чтобы короткое время наносить уверенный урон и усмирить врагов. Ням-ням-ням-ням-ням. Ну, давай, допустим, я вхожу в Элизиум. Давай посмотрим, кем я смогу отыграть. А здесь очень важно выбирать класс, потому что от многих классов зависит, в принципе, геймплей. И я не знаю, какой баланс сейчас у классов, да. То есть одни классы выглядят реально пиздатыми, да, потому что у тебя есть специальные обилки. Помимо того, что тебе здесь нужно стрелять, у тебя есть специальные обилки. Мир тьмы! Шарки моб! Заставочка какая-то. Блять, этого не было, по-моему. Прикольная была идея, на самом деле, продумать игру про вампиров в жанре королевская битва, потому что, ну, это дает свой цимус, свой кайф, да. То есть я не знаю, какие сейчас балансы, какие сейчас Vampire the Masquerade Bloodhunt. Вот оно, полное название игры. Значит, в Steam она есть. И, соответственно, можно по возмездию. Нажмите любую точку, чтобы продолжить. Нужно настроить все, на самом деле. Добро пожаловать в Bloodhunt. Дорогой сородич. Так, значит, это дорогой сородич, это я. Значит, в игре есть подкаты, очень прикольные анимации, да. То есть игруха прикольно выглядит. То есть мы можем с тобой уничтожить игроков из клана. Давай с тобой первую каточку. Значит, сыграем, я не знаю, в какой мы режим сейчас играем, да, толпой, не толпой. У меня здесь были какие-то боевые пропуски, на самом деле. Кастомизации вот есть, тип, голова, мы можем выбрать голову нашего персонажа, оттенок кожи, волосы, да, как он будет выглядеть. То есть можно вот там всякие прически сделать, глаза ему выбрать, понимаешь, макияж, татуировочки все. Это у меня был здесь какой-то боевой пропуск, я помню, вот. Хорошие охоты, вот он я, разрисовал себе уёбка, блядь. Ты видел, да, какой я страшненький, блядь, такой некрасивый, вонючий, блядь, это я, блядь. Прикольно, мне нравится, как здесь сделана стилизация и кастомизация. Не забывай поставить лайк, если ты хочешь, чтобы я тебя поснимал, поразбирался, соответственно, в классах, аспектах и так далее. Значит, посмотрим, как быстро я пососу. То есть, да, давненечко не играли мы, потому что игра ушла с рынка давным-давно, но я тебе снимал даже несколько топ-1 в этой игре. Вот, ну, я в нее поигрывал, как только она выходила в ранний доступ. Сейчас я вообще понятия не имею, что она из себя представляет, насколько она интересная и насколько оптимизированы, значит, все игровые процессы, которые в ней находятся. Вообще, рассказывай, следишь за продуктом или нет. Мне они, ребята, напомнили тоже. Сказали, отец, блядь, вышло же, давай поснимай нам, как бы. Помню, как-то мы с тобой стримили H1Z1, Scam, либо Days. И чувак в чате написал, что вот она сейчас вот выходит, как бы, братан, нужно обязательно заснять. И вот я здесь, как говорится. Значит, давай посмотрим. Так, это одиночная встречная погода. Я выбираю место высадки, да, добыча высокого уровня, обзорный бар, музей искусств, терраса, здание под снос, клуб, дивайн, диско, ресторан на крыше. Давай мы в здание под снос куда-нибудь сюда вот резнемся. Хуй знает, где здесь резаться лучше и как вообще работать в этом направлении, в этой игре. Как быстро я сосну хуйца, как говорится, не только кровь, я не знаю. Миротворца выберу, посмотрю, что это за класс такой, да. Шоморошоу, газ распространяется быстрее и щедрая добыча. Ух ты. У нас на каждой катке рандомные события, смотри. То есть у нас газ быстрее распространяется, это, видимо, та зона, которая сужается, да? И во всех местах только добыча высокого уровня. Так, вот он я. Вот он я. Вот он я, блядь. Рейтрейсинги, хуесинги, блядь. Так, значит, можно... На Q у меня каменная кожа. На E вот такой вот рывок.
Чекаем, я взял снайпу. Ты чё, молодой человек, блядь? Нихуя! Да пошел ты нахуй! Ты мне чайный пакет делаешь! Продвигается диабетерий, блядь! Подвергся дебилитерии, вы мертвы! А есть у меня какое? Осталось жизни ноль. В смысле, блядь? А, у меня есть возрождение. Значит, я знаю, что здесь есть одно возрождение какое-то. То есть мы с тобой можем последний шанс какой-то использовать. То есть здесь не одна жизнь, да, а, соответственно... Блядь, соснул хуйца у такого же, блядь, миротворца. Сосорт... Ой, у меня автомат появился. Здесь кого-то тоже разобрали, нахуй. Нихуя здесь быстрые, блядь, геймплеи, нахуй. Ничего, меня соснули. Короче, надо кого-то разъебать, чтобы меня не было. Блядь, у меня динамики вообще нету персонажа. Мне не нравится этот персонаж. На X у нас видимость есть какая-то, да? Чё-то мне не нравится этот персонаж, нахуй. Хуя себе! А, это не по мне. Нет, это по мне сзади. По мне сзади хуй какой-то стреляет. А здесь кто-то кого-то сосает. Да, вон хуй побежал, соснутый. Давай проверим, что мы сможем сделать с тобой. Вон челик бежит, видишь? О, это мой челик, блядь. Это мой родненький, блядь. И там хуйный сверху прыгает. Это соснутый, этому пизда. Ай, блядь! И его тушканчика забирают нахуй. Блять, а почему меня-то сосают? Я-то за что? Меня-то тут причем соснули, блядь, с первой каточки нахуй. И тебя соснули нахуй, и меня соснули, блядь. Так, подожди, выйти в главное меню. На. Теперь, значит, что мне нужно сделать? Мне нужно настроить графику. Она слишком... А, у меня... Я думаю, что у меня такое, блядь? У меня очень слабый FPS, думаю, что за хуйня? Так, настройки. Вот! Вот, теперь заебись. Завершаем сеанс. Хорошо, блядь, сейчас я разберусь. Короче, миротворец полная залупа, ты можешь на F, значит, быстро, быстро подкатываться, да, но являешься залупным воином, то есть воином отсоса, как бы, как говорится, да, то есть воин отсоса — это тот, кто постоянно проигрывает, потому что вот эта вот каменная кровь, она действует временно на Q. На F я пытался сделать, блядь, прокидку, и нихуя у меня не получилось, меня сзади просто взяли и расчерепыжили, поменять режим игры. Соло кровавая охота. А, давай, соло кровавая охота, пускай будет. Пройдите, посадите по головам. Нихуя непонятно, что это такое. Персонализация, магазин, дневник. Значит, я хочу в... А, я уже в очереди, все, нормально. А, гардероб, где я могу выбрать, соответственно, класс мне нужно посмотреть. Боевой абонемент вот у меня есть. А, начало абонемента у меня нету. То есть у меня был абонемент какой-то, да. Я не знаю, что с ним, кстати, случилось. О, волосы, блядь, пиздато. Живите и здравствуйте. Соло кровавая охота. Значит, давай сейчас посмотрим, что у нас получится, бля. А ты видел, да, в начале челик, бля? Чайный пакетик мне делать, нахуй. Я только первый раз зашел, нахуй. Мне уже отсос чайный... И почему он, кстати, разъебал меня чем-то таким бронебойным? Бам-бам-бам. То есть нам нужно сейчас посмотреть, какой вид вооружения пиздатый, да? То есть акулик, я знаю, что пиздатый был, в принципе, как автомат. Достаточно быстрая ДПСная пушка, да, она разрывала раньше, в принципе, нормально. Сейчас все изменилось, они переработали все механики. Не знаю, какая снайпа сейчас, не снайпа пиздатая. Дробаши, кстати, в игре, помню, раньше были очень сильные. То есть если найти дробовик, можно было ебать, в принципе, ну, достаточно неплохо. Как бы, сейчас мы с тобой, блядь, я думаю, почему у меня так, я думаю, что такое, блядь, у нас не хватает, что ли, FPS, в игре так низко просаживается FPS, очень картинка неплавная, и стрелять очень неприятно на 60 FPS на 240 герцовом мониторе, у тебя начинает мышка плавать, то есть input lag как будто начинает присутствовать, когда у тебя такое ограничение, поэтому, давай мы также здание под снос начинаем, а как мне выбрать свой класс? Ателье, аптечка, ведомство, выберите место назначения. Я не хочу играть этим уёбком, которым я играю сейчас. Мне он очень не понравился по механикам. То есть это такой залупный воин полного масштаба. То есть как бы обоссанный класс. Давай попробуем поиграть. Я не знаю, короче, нужно всех сейчас посмотреть. Нужно всех посмотреть и посмотреть, что у нас будет получаться. Давай пройдем вот с этого ряда. И с конца до начала. Просто чтобы осмотреть. Тореадор Муза. Значит, я играю девочкой какой-то в маечке, блядь. Пиздатая ли я девочка, непонятно. У меня хилочка такая или что это там на Q? Сосну?
флегматик. Перезаряд силы, бодрящий голос какой-то у меня. Перезарядка будет, да? Соснули флегматика. Понял. Муза телепортируется в точку. Блять, мне нужно ган найти. Давай вон туда подбежим. Муза, короче, это девушка телепортируется в точку на Q. О, дробик есть, блядь. Вот с дробиком бы поработать. Сейчас сюда пройдем. Мне броня нужна? Здесь броня должна находиться где-то, вот. Как броню соснуть? Так, нет, это мне не нужно. А где броня? Вот так вот используется броня. Здесь кто-то сосет что-то? Или это... О. На, нахуй, маленький, блядь. Разобран паренёчек, блядь. Муза подсидела. Дробашек возьмем. Блядь, пиздато. Броньку мы знаем, как одевать. У нас одна пластина, получается, по броне. Зря я, конечно, так использую свою локацию территориальную. Ну, дробики в игре, они всегда сильные были. То есть, да, там, пару шотов в упор. Подсидел кого-то, и у тебя все заебись. Продолжаем чекать локации. Нам нужны синие пушки, на самом деле. По зданиям наверху хуй знает, стоит ли бегать или нет. Но игра выглядит, играется очень интересно, как королевская битва. Правда, меня так заебали эти королевские битвы. Вот так хуяк. И ты видишь, переносишься быстро. То есть, в принципе, у тебя по механике класса очень все приятно здесь. Я слышу. На, нахуй, маленький, блядь. Соснули, блядь. И там еще хуй внизу. Смотри, расстреливает. А давай, стреляй, брат. Заебись, перезарядились. Ты с кого нахуй? Я не знаю, что это за парень, блядь. Бронька у меня есть, всасываем. Минус 3. Вот мальчонка, блядь, красивый. Пакет с кровью. Нет места. Это мы кровь заливаем. А есть ган какой-нибудь пиздатый у него? Вот, акулик у него синий был. В принципе, неплохо слышно противников, да? Сангвиника ебанем. Здоровье в секунду реген увеличивается у сангвиников. Можно 3 слота таких сделать. Блять, еще бы переключаться по оружию, заебись было. Прикольные, да, вот эти скиллы, вот это все. Там наверху челы какие-то стоят. Непонятно, что здесь происходит. Зона пока сходится нормально у нас на позиции. На крышах лучше просто так не бегать. Блять, я кого-то слышал внизу. Играется игра пиздата, на самом деле. Еще 25 человек осталось. Сука. Что-нибудь слышишь? Акуся неплохое оружие, в принципе. На дробаш нужно вовремя переключаться. У меня просто в других играх быстрое переключение на Q. Здесь нужно понимать, что нам нужно жать троечку. Будем жать троечку, будет заебись. Я никого не слышу. В принципе, противника видно заебательски, да? То есть, вот оптимизация непонятная. То есть, какие-то вот подлаги, видишь, идут какие-то. Тык-тык-тык. Не помню, чтобы раньше такое было. Возможно, нужно графику подносить. Хуец где-то здесь воюет. Кого-то отсосали. Где-то здесь был отсос, ребята. Вот здесь вот. Отсосали и прыгнули вниз.
Кто-то пиздатенький, блядь. На тачку прыгнул. Адрабаш! Блядь, я думал, у меня дробаш нахуй! Какого хуя дробаш на единичке? Вы чё, ебанутые, что ли? Дробаш был на... Почему слоты меняются? Вы обоссанные, блядь! Мартышки, нахуй, шансов вам не дам, нахуй! Вы обоссанная игра, нахуй! Не, не, нормальная игра. Не, это я виноват. Меня дробаш лишили. Дура, блядь. Нахуя ты ешь, мёшь, блядь? Если ты дура, блядь. Прошу прощения, меня эти королевские битвы, просто у меня нервов нет. Я жму дроб... Я думал, я сейчас шотик дам просто и ебало разобью. У меня дробаш на единичку встал. Но это ли вообще нормально, блядь? Вот из-за такой хуйни, кстати, очень много ошибок. Мне нужно будет поменять свою, если я захочу играть в эту игру. Хуй наверху. Сейчас будет замес. И еще один тут. Сейчас замесено будет. А мы без брони, без нихуя. Ну еще челубас прыгает, блядь. Моя жертва будет. Кого-то отсасывает. И к нему скачет хуй. Он, видишь? Пизда мальчику. И пизда этому. Отсосик пошел. Хорошо, меня прижамкать могут нахуй. Вот сука. Ходим. Еще хуй внизу бежит. В переходе, блядь. Аккуратненько. Побежала девочка. Блядь, это охуенно играется игра. Да ты чё нахуй? Блядь, наебало бьют! Идиот, мы же здесь останемся! Ёбаный тушкан! Нахуя ты прыгнул и помешал нам обоим? Мы бы восстановились, ты все испортил! Блять, мне нравится эта игра, я тащусь от нее, блять! Прикинь, да, как можно было подосрать, сука, на катке, блять! И себе нахуй, блять! И мне нахуй, блядь. Обоссанный тушканчик, нахуй. Мартышка, блядь, моими. Нахуя ты обосрал, блядь, нам всю. Нахуя было спрыгивать под зону? Это что за додики, блядь, играют, нахуй? Вот я бы увидел чела, да не прыгал бы я в зону. Это что такое, кстати? 6 человек я уничтожил. На уровень архетипа муза. У нас же здесь еще прокачка. То есть, на самом деле, насколько я помню, да, то есть здесь, я не помню точно, но, по-моему... Вкачанность персонажа тоже как-то влияет. То есть, если у тебя прокачанный архетип, и ты заебательский парень, то, соответственно, у тебя это тоже... Посмотрите. Вон, награды. Что это такое? Поющие, пьющие души. Значок... это значки игрока, которые мы с тобой... Ух ты ж, нихуя ты, девочка. Ух ты, нихуя мы друг друга встали. Так, подожди-ка. Дай-ка мы посмотрим, что у нас есть из архетипов. То есть, вот у нас есть муза. У нее есть определенные силы. У нас есть искуситель, у нас есть диверсант. Муза пиздата то, что может себя всегда подхилить, кстати говоря. Вот это, ну-ка, а можно ее как-то персонализирую? Я могу быть мужской музой, да? То есть муза мне, в принципе, понравилась. Мужская муза могу выбрать вот так вот. Могу волосы заебашить. Так, все точно так же, как я и делал раньше, то есть.
макияжик могу наебашить, да? А, вот так вот могу сделать волосы на лице. То есть вот. Вот, все заебись. Цвет. Цвет могу сделать и волос, и, соответственно, волос и цвет волос. Вот. Я могу выбрать полностью. Ну, заебись, блядь. И гардероб у меня есть, получается. Костюм, выживальщик, слежка. Слушай, а почему все костюмы доступны сразу? А, это мои костюмы, которые у меня были открыты. Роза пустыни, это только на нее, к сожалению, работает. То есть я могу быть вот таким вот уёбком, блядь, полным. То есть как бы... Аксессуары какие-то могу повесить. Видишь, проколоть, блядь. Маски даже есть. Нифига, есть даже маски, эмоции. Значки игроков. А где есть у меня старые мои значки игроков? Вот кровавик, например. Огранка розой. Это я так понимаю сейчас, это, блядь, у меня здесь был боевой пропуск, я здесь покупал когда-то, когда он был в раннем доступе, да? И, соответственно, я мог что-то здесь почекать, потыкать. Короче, муза мне понравилась. Искуситель, чего он имеет? Проекция или рывок? Вы создаете и спускаете собственную проекцию, в которой можно совершить рывок. Очаровательное сородище, слепящая красота. Блядь, излучайте чистую красоту. Рандомно как-то можно мне, блядь, как-нибудь... Что-нибудь вообще придумать просто. Просто рандомного. Рандомного челика мне можно въебать? Блядь, какого я рандомного челика делаю, блядь. Ну, так вот, как будто ему просто за лицо вот так вот взяли и сказали, иди нахуй отсюда, блядь. Так, он просто за лицо, понимаешь, кровавой рукой вот так взяли, блядь. И все, блядь. Вот такой вот он. Вот такой улыбающийся, уеба, блядь. Вот это я понимаю. То есть у меня вот эти вот костюмы остались, да, то есть вот такой вот уеба. Короче, им хочу сыграть, сейчас посмотреть, что у нас из этого получится. Так, игра, в принципе, интересна. Ну чё, искуситель в деле, ребята, блядь. Давай посмотрим, настроил персонажа. Я не знаю, какой здесь персонаж пиздатый на самом деле, поэтому если ты вдруг разбираешься и у тебя есть какие-то свои предпочтения, напиши мне в комментариях. Мне интересно, вдруг ты играешь и бенишься в эту игру активно, да? Ну и, соответственно, ты знаешь, блядь, какой персонаж может прям заебись наебашить, да, то есть. Вот, поэтому пиши мне, что тебе больше по вкусу. Вот там такое у меня, ой, там где, блядь, магазин, это что? Вот это вот что такое? Пакеты крови здесь. Мне нужна пушка. Очень важно на старте, как и в любых голодных играх, это пушка. Здесь кто-то ебашится. А, это по челику ебашут. Здесь военные. Зона военного окружения. Короче, здесь есть НПЦ, которых разъебываешь ради хороших пушек, ради пиздатых. Блять. Это вот НПЦ-шка. Я, блядь, короче, в сосании. Опа, нихуя! Штурмовуху выбил! Здравствуйте, блядь. Родненький, нахуй. Сейсалите, блядь. Здесь очень много завесов на квадратный метр. То есть вот мы пизданули чела. Мы пизданули челика, да? Черепыжика. И уже сейчас кто-то может ко мне прийти, понимаешь? Здесь еще хуй. Внизу скачет. Здесь где-то челик. Челопездрик, блядь. Мне бронька нужна. Бля, игра играется охуенно. Сюда лезет. Неуязвимость, видишь, включил? И сверху еще хуй. Ёбаны! Убей его нахуй за меня, блядь! Я могу восстановиться. Я еще могу восстановиться. Нет, не могу. Блядь, здесь... А меня разъебал чел сверху! Хуя себе, блядь! Меня убили боты, нахуй! Там пиписьки пиздатые! И я с ганом теперь, нахуй! С говняным, нахуй! Как меня бомбят голодные игры, нахуй? Меня убили боты. Потому что я спрыгнул за челобеком, блядь.
Это крайне неприятная поебень, блядь, которая в играх происходит. Короче, класс мне не нравится, я не знаю, что я за залупу делаю. Но это какая-то ослепительная вспышка, которая нахуй не нужна никого ослеплять. Это залупный класс. То есть играю за говно какое-то. Короче, ладно, обоссанного персонажа я выбрал. Мне он не нравится вообще. То есть, что за ослепление? Вот там у нас была подхилочка, да, у девочки. А здесь у меня какое-то ослепление. То есть я чувствую себя уёбком каким-то, если честно. Блять. Убил бот. Охуенный я паренек. Мне бы зону конфликта, на самом деле, пушку достать пиздатую. Либо с челиков снять, а хуй его знает. Здесь есть подсветочка, и мне нужно насосать как можно больше НПЦ, на самом деле. Очень важно быть развитым в этой игре. Ну, двоих мы убили, мне засчитали двоих. Здесь клубешник. Он хуй скачет, он запалился. Когда ты палишься НПЦ, да, и НПЦ тебя видят на улице. Соснайпить пытается меня. Нахуй ты снайпишь, братик. Я все равно тебя сосалити сделаю, блядь. Нравится тебе ползать? Сейчас меня уебут. Сейсалити. Уходим нахуй отсюда. Еще хуй запаленный вон. И по нему, смотри, стреляет со стороны. Нужно смотреть, какая пушка у тебя в руке, короче. Здесь тоже где-то что-то кто-то активировал. Вспышкой мы можем ослепить, если к нам в упор кто-то залетит. Вот на Е, насколько я понимаю. Да, абилка работает именно так. Но это хуевая абилка, это хуевый персонаж. Мне он очень не нравится, то есть... И мне кажется, есть значительно полезнее абилки, чем вот такие уебанские, как у меня сейчас. Точнее, одна из них, из моих абилок, уебанская. Перекрыть бы еще челика. Автомат зеленый, конечно, убивает просто пиздец как долго. Тоже конченый. Как и я, блядь. Ой-ой-ой-ой, как мне нравится эта игра, я хочу в нее позалипать. Ну, не знаю, поддержишь ты меня или нет, чтобы я в ней разобрался по пизже, как говорится, да? Я в нее какое-то время поигрывал, очень давно. Ну, там он хуя видно. Там перестрелочка у них. Смотри, прикольно. В окнах видно, типа, что находится в окружении. Это такой шейдер, короче, есть такая тема. Он челика уебал. Мальчик. Он будет моим, блядь. Он сосает кого-то. Там челик восстал. Они здесь не одни. Они оба на запаливе. Нихуя под перекрестный парень попал. Минус. Да ты чё нахуй? Откуда вас столько, блядь? Это шотган, да, у него? Уходим нахуй отсюда. Да ну нахуй. Уходим в зону. Пизду, блядь. Очень много замесов на квадратный метр. Просто пиздец, ребята. Эта игра, это просто невероятное количество замесов. Блядь, ни в одном голодных играх такого нет. Те наебашивают прямо, блядь. Ты с одним перестрелки, короче, да? Тебе уже несется, другой тебе ебать. Нравится тебе, блядь? Хуй спрыгнул, блядь. Это я хуйню наворотил. Блять, нахуй мне шотик, ёбаный, блять. Все ебало вскрыл, мальчишки. Где-то тут прячется маленький, блять.
Не чувствую его, блядь. Присутствие. Съебался маленький. Залите нахуй. Давай, мой, блядь. Кровавая охота. На меня. Я подсвечен, блядь! Сука! Нахуя ты пришел? Мы встанем. Мы оба встанем. Кто впервые? Нет, мы не встанем. Зона меня убьет. Сука! Пошел нахуй! Пожалуйста. Пожалуйста, это износи. Это мне не нравится. А почему хуй? Я не могу здесь восстановиться. И я не доползу до зоны. Потому что какой-то челик, блядь, решил проявить, блядь. Я ползу медленнее зоны или быстрее зоны. Да пошел ты нахуй, я тебя видел, блядь. Была Дракула, блядь. Сосатели хуёв, блядь. Сосатели хуёв, блядь. Сосатели хуёв, блядь. Да пошел ты нахуй, блядь. Уже второй раз, сука, маленькая вонючая крыса. Маленькая вонючая сосательная мартышка, блядь. Как еще объяснить? Нахуя ты при зоне идет красная? Нахуя ты прыгаешь? Я тебя уебал, блядь. Ты себя уебал, блядь. Мы оба уебаны, блядь. Нахуя вы это делаете, ребята, блядь? Зачем в замес вступать на краю зоны-то, ебаный нахуй? Здравствуй. Ну это весело. Это и здравствуй, хуявствуй, блядь. Говно, блядь, а не игра, нахуй. Она выпускает в стиме, блядь, а потом играй в это говнище, блядь, ебаная нахуй. Прошу прощения, давай посмотрим другой класс какой-нибудь. Я не знаю, то есть у нас же есть еще классы различные, да, то есть персонажские типы. Вон Проныра, блядь, идем справа налево, значит, смотрим, вот Проныра, блядь. Вот мне нравится вот этот мальчик, блядь, сутулый, как я, блядь. Вот мне нравится, вот. Вот поиграешь в такие игры, вот он, блядь. Вот такой вот. Вот уеба, это я, блядь. Вот такой вот, нахуй. Вот такой вот, нахуй, блядь, чтоб все боялись. Вот такой вот, блядь. Чтоб все боялись, блядь. Бородаченький, красивенький мальчик, блядь. И вот в таком же плащечке, блядь, такой вот, блядь. Это я. Значит так, что я хочу сказать. По кайфу игры кайф безумный, потому что это голодные игры быстрого таких, знаешь, мобильного быстрого масштаба, да? То есть, как бы ты очень быстро воюешь, очень быстро стреляешь, очень быстрые замесы. То есть, ты пока воюешь с одним, тебя уже может подсидеть другой, ты должен быстро отреагировать. Поэтому навыки персонажа, вот я вот Ешкой вообще, посчитай, не пользовался. Ну, вот когда мне и пользовался вот это вот ебаное ослепление, блядь, на Е. Ну, сосать член вообще, кто ослепляет-то так, нахуй? Короче, пошли еще каточку откатаем, сделаем выводы. Играется приятно, лагов нету. И бывают такие вот непонятные поддисинхроны, очень странные. Ну, ладно, разберемся, поехали. Смотри, какой я себе уебка создал, блядь. О. Мне нравится, красивенький получился на самом деле. Очень долго что-то ищет катку. Вот я уже стою, я переключил на режим тройки. В единичках, знаешь, я, кстати, остыл немножко. Вот, и очень долго ищет катку. Я не знаю, с чем это связано. Видимо, игроков не хватает, либо еще что-то. Но каточку ищет просто пиздецки как долго. То есть я стоял 5 минут, мне уже ролик нужно выпускать. Я прям сегодня тебе снимаю, да? То есть сейчас вот сколько там, 7 часов вечера почти. Нужно будет видос смонтировать и тебе выложить, да, на канал, чтобы... Ты наслаждался, как бы, все-таки у нас с тобой... Вон тоже, смотри, блядь, красные глаза у тебя, блядь, светятся. Красивые, какие маленькие, блядь. У меня глаза светятся вообще, да, и у меня глаза светятся. Вот, а что-то катка долго не ищется. Какие выводы можно сделать, да? Чтобы быть успешным, на самом деле, не стоит ебашить всех подряд, бегать, да, стрелять, там, убивать и так далее. Внедряться в замесы. То есть я имею в виду, если ты хочешь брать топ-1, иногда нужно переждать определенное время, да, для того, чтобы... Ну, пройтись по зоне, да, аккуратненько посидеть на зоне, не впалиться вот в этой вот территориальной обороне, блядь, я не знаю, как это объяснить, вот эти вот НПЦ, которые, да, стреляют в тебя постоянно, да, соответственно. Не впалиться, соответственно, им, не убить гражданского. Если ты убиваешь гражданского, ты подсвечиваешься для всех на всей карте, вот как у меня было. То есть все, я стал мишенью, все ребята меня видят, вот как ты видел, да, за красненькими ребятами мы охотимся, это, соответственно, привратник к Вентру. Что-то, что можешь?
Я могу, я не могу вас пропустить. В смысле, блядь? Я выйти, может, из игры хочу, нахуй. Вот, Alt F4, видимо, единственный выход. По выводам, блядь, почему так долго ищется игра? По выводам можно сделать такое, потому что если хочешь брать топ-1, нужно играть поаккуратнее. То есть, вот как ты видел, да, я вступил в замес с челиком, а другой, соответственно, увидел меня на подсветке, и у меня уже не было шансов. Не только другой, а все вокруг, кто были ребятишки, блядь, они увидели, что хуй на подсветке. То есть, вот он уёба, блядь. Вот-вот его можно и ебашить. То есть он внизу там ползает, его можно расстреливать, как бы. Все, я подсвеченный, я ползаю, как комарик, блядь. Все, то есть у меня шансов выжить просто нет, потому что, ну, в принципе, вся ближайшая карта видит, что ты такой вот подсвеченный хуй, который случайно убил, соответственно, челика. А, гражданского, да, то есть. И, ну, я убил в данном случае случайно. И, соответственно, меня можно ебать. То есть нужно быть очень аккуратным в этой игре. То есть не надо торопиться. А что вот здесь вот такое находится? Пока вы здесь, найдите книгу, открыто новое задание. Блять, найти книгу какую-то. Здесь есть задание во время каток, не просто так мы на катке идем. У них что-то сервера отключились, блять, или что? Или мы не поиграем больше, короче. А это что? А это что? Омнис приветствует тебя. Омнис, Носферату теряются. Это Омнис какой-то, хуй здесь спрятался. Открыто новая запись в дневнике Омнис. А для чего мне это все? Это мне что-то даст? Ебать, время в очереди, ребят. Походу сломался подбор игроков. Автоматы какие-то хуяты, арбалеты, сосеты. То есть здесь можно, видимо, осмотреть виды вооружения. Короче, дождемся. Если сейчас будет катка, то будет. Если нет, то нет, значит. Поэтому пиши, что думаешь по поводу игры. Вот, заранее. Вот, возможно, каточка у нас еще сейчас пройдет. Как бы, но я не могу найти больше катку. То есть я просто не могу физически поиграть, блядь. А видос уже нужно выпускать. А я очень хочу. Значит, пиши. Значит, мои выводы такие. Играть нужно аккуратнее в эту игру. Не нужно лезть на рожон, блядь, во все замесы, которые ты видишь, как мы с тобой. Ну, мы-то изучаем классы, да, мы еще не все даже посмотрели. Вот, поэтому. Но однозначно играется интереснее, чем тот же папка «Королевская битва». Ну, по крайней мере, для меня, потому что здесь динамика очень высокая, это очень круто. Ладно, посмотрим. Ждем, короче. Либо не ждем. Не, блядь, ребята. Но по 7 минут я по 10 катку ждать не буду. Значит, если ты хочешь еще, когда игруха. Ну, патчики там, хуячики и все прочее наладится, мы с тобой топчики в ней пособираем. Значит, как обозрительный, обозревательный, как говорится, видео, мне кажется, этого будет достаточно, чтобы сделать какие-то выводы. У игры есть потенциал, но я не знаю, куда она будет двигаться дальше, да, насколько здесь будет интересно хуячиться, как говорится, да. Пока мы не можем найти катку. Ну, по крайней мере, с этой проблемой я столкнулся сейчас. Поэтому не забывай въебать мне лайк, значит, однозначно для меня убийца папка. Посмотрим, что с ней будет дальше. Все, пиши, что думаешь. Хорошего тебе настроения. Пока-пока, люблю, целую, с тобой был я, у тебя Шимуру.